С этой же целью осуществляется масштабная дезинфекция очищенных территорий. К такой работе уже приступили в Нижнеудинском районе и Тулуне. Обрабатывают улицы, придомовые участки, школы, медучреждения и скважины. Параллельно проводится вакцинация населения. Ее осуществляют в Тулунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Чудском и Зиминском районах. Против гепатита А, по данным регионального Роспотребнадзора, уже привиты более 36 тысяч человек. Против дизентерии свыше 2 тысяч. Также вакцинируют от брюшного тифа, как правило, работников коммунальной сферы. Вспышек инфекционных заболеваний не зафиксировано. Однако оказывать медпомощь всем в полной мере на пострадавших территориях не получается. Поэтому, например, роженец отправляют в населенные пункты, которые волна наводнений не затронула. В Уссури-Сибирском за неделю на свет уже появились 2 малыша, еще почти 2 десятка будущих мам, прибывших сюда в последние дни из зоны затопления, только готовятся к родам. В Тулунской больнице у нас закрыли роддом в чрезвычайной ситуации. Воды нет, боятся инфекции. Вот нас отправляют всех, кто куда. Первоначально отправили вообще в Ангарск, там мест нет, отправили в Уссури. Как добирались? На поезде. Общим вагоном не было билетов. За свой счет? Да.